Здравствуйте, дорогие зрители и гости моего канала. Меня зовут Юра, и мы продолжаем играть в Watch Dogs. В прошлой серии мы закончили тем, что нам нужно найти этого Кинни, а для того, чтобы найти Кинни, нам нужно захватить очередную вышку CTOS. Мы особо палиться не будем, зачем нам эти... Нужен доступ к сети. Если взломаю центр в полной, все получится. Вот, зачем нам палиться, на катере мы не поедем. Мы сейчас потихонечку всех охранников в режиме стелса поубираем. Надеюсь, в режиме стелса. Так. Что у нас тут? А вон у нас там, будем мы всех валить. Потихонечку. Оп-оп. Ага, оп-оп. Хер пройдешь. Я понял, ладно, хорошо. Мне придется туда. Блин, а стали они кучно. Так. Так. Что это? Камера. А это чё? Пойми чё. Ладно, давайте глянем в камере. Что это? Системный ключ, хорошо. Отвлечь можно. О! Только нормально. Похоже, у нас гости! Похоже, у нас гости! Это не конец! Хорошо пошло. Этим ничего нельзя сделать. А вот этого можно взломать. Так, хорошо. Ну-ка, давай поближе подойди-ка. Блин, обнаружил. Ё-моё, ну... Ну как же так? Что-то я напортачил. Только я не хочу. Все получится. Я не хочу из той заходить. Здесь как-то слишком палевно. Блин, главное, завалил там почти всех. Тихо. Блин. Не, мочи меня, короче, я хочу в стелс. Здорово, чувак. Я хочу стелс устроить. Фух, ты какой крутой. Где тебя завалить? А куда я вообще тогда, блин, там прошел так классно? А что-то не понял, надо разбираться. Так. Нужен доступ к сети. Если взломаю центр в полной, все получится. Жди. Оу, йоу, это я совершенно с другой стороны зашел. Ну ладно. Так. Блин. Так. Нормально. У нас не... Так. Сейчас кто-то подерется, мне кажется. Так, ну-ка. Блин. Того отвлечь. Ничего нельзя сделать. Он заблокирован подкрепление. Блин, вот бы ты там прогулялся, туда пошел. Ты ж говнюк, не пойдешь. Как развлекаются. Блин, в прошлый раз так классно было, если бы тут дебил. Это что, да, это шутка. Найдите его. Внимательней. О, дружок, тебя можно взорвать. Хорошо.
Найти его! Блин, у меня батарейка закончилась, поэтому я не могу ничего сделать. Нет тут ничего. Иду дальше. Ты же батарейку прокачивал, о говно. Так. Ладно. Взрывайся, чувачок. Да ну нафиг! Я даже не умею. Твою мать! Нормально, немножко порезвились. Так. Что они там забегали? О. Так, можно нам... О, сколько у вас тут. Помехи нафиг. Так, ну что, никого тут вызвать не можете? Все здесь повзрывал уже. Короче, с помощью окружения уже мало что можно сделать. Здесь никого, никого не взорвешь. О, блокировали прикрепление. И все. И, наверное, все. Так, стоп. Чувачка взломали. Блин, жалко, что ни одного взорвать нельзя. О, это было бы... О, мы бы его взорвали. О, это было бы весело. Так, ну-ка. Может еще. Это просто его отвлекает. Ну ладно. Так. Похоже, просто сломал. Ну-ка, давай-ка сюда. Дико. О, давай, давай, хорошо идешь, чувак. Ай, хорош. Нормально. Так, а больше мы ничего сами сделать-то и не сможем, да? Ну ладно, остальных устраним как-нибудь вручную. Что, собственно, заниматься и будем. Так, попробуем. С пистолетика его. С пестика. Так, а куда это вы все пошли? Блин, толпой ходят. Блин, никого главное не цепануло. Ну, куда-то, наверное, не туда кидаю. Это обидно. Ну ладно, хоть одного. Да блин. Чё вы такие? Живучая трындец вообще. Сейчас мой мужик положить всех, да еще. Шли нафиг. Ну короче, сюда.
Так, что нам надо? Шоколада. Все нормально. Так. Этот готов. Этот. Опа. Хорошо. Так, что-то там еще. Блин, главное, чтобы не дошли сейчас до меня, блин. Все готово. Открыл я поуни. Я поуни. Так. Теперь надо как-то уходить. Так а мы сейчас в водичку-то спрыгнем. Че нам париться-то, ё-моё. Ой, все. А вон там бесхозная лодочка есть, и мы ее сейчас и оприходим. Круто. Все, Паша. Кини, кини, кини. Так, кини мы сейчас найдем. Э, а че это ты бочком едешь, я не попал. Крутой что ли? Да. Молодец, научился бочком кататься, наркоман. А, преступление? Не, я не буду с преступлением ничего делать. Потому что нам нужно с кинни разобраться. С кинни главное. Так. О. А, слушай. А преступление, главное, находится прямо возле этого места. Ну ладно, сейчас разберемся. Ща мы его. Того хреново преступника. Тихо. Банковский счет мы очень волнуем. Так. Блин, а, я залез. Так, где там этого хрена лысого? Социальная жертва. Так, надо как-то вылезти. Ту... Чё здесь? Ведьма! Отстань от меня, Кейпси! Ты лучше проходи. Стоять! Догонишь все равно, урод. 59 метров осталось. 8, 7, 8. 7. Ну что, готов, клиент? Нормально. Ведьма говорит, главное. Сам ты ведьма. Ой, неплохо было бы за взрывчаткой заехать, потому что гранат что-то у меня меньше стало. Ну ладно, задание начнем. О, началась третья часть. Кстати, прикольно, по на каждую часть по 10 серий получается. Место, куда все убегают из города, когда припечет. Я возил туда Джекса и Лену на рыбалку. Не поймали ничего. Но им было все равно. Да, мои лучшие воспоминания. И худшие. Взломайте терминал какой такой Марины. Этой Марины. Эй, Маринка! Маринка! Я могу взять терминал два мой. Чё?
Я пошел отсюда. Черт, накосячил. Хорош что пить. Так, кто-то тут получил нужный мне код. Так. Где-то код. Нужный мне код. Мяу. Так, ну-ка. Не ты. Не ты. Так, кто тут? Ну-ка. Нормально. Так, прерываем разговор. Прерываем. Прерываем. Так, где тут? Вон он. И что это? Не он. Я не знаю. Мобильник записан на Блюм. Пардон. Сам пошел ты, подонок мой. Гонщик на катерах. Так, чувачки. Здрасте. Здрасте, пожалуйста. Веган. Блин. Эти там сосутся что-то. Ты никто, ты никто. Так. Тихо, где системный ключ? У кого он был? Да, блин. Свидетель преступления. Свидетель единицы Иеговы, блин. Не знаю, просто сорвался. Да. Пнул клавиатуру, потом экран, пнул принтер, пихнул кресло секретарши, так что она в стену врезалась. Вот он. Датсек хренов. Вот он. Ясно, вот он, блин, с Маринкой, блин. Ага. Я пошел отсюда. Ну, кэш нашел код сброса. Идите на, блин, на Марину опять на эту идти. Марина, Марина. О, моя ты Марина. Опять взломать, на. Ноябр. Ноябр. Что происходит еще? Сигнал прошел через центр CTOS. Похоже, он еще в игре. Тогда понятно, почему именно Поуни подбирается к Блюм обходными путями. И опять на вышку CTOS? Да, вы шутите. Я ж только что с... Неё. Так, кстати, надо сходить там взрывчатку прикупить. Так, нет, такими кругами мы пойдем, пойдем напрямую. Так, а здесь можно пройти? Можно. Но не нужно, походу, я так понял, да? Не, можно, нормально. Все в порядке, все нормально. Я беру типа. Блин, что на камень уже не можешь залезть? Трындец. Я беру тебя с собой. Так, давай продай ко мне, чувачок. Подожди, не да. А, когда выполняю миссию, недоступно. Да шоп тебя. Ладно, ясно. Поехали. На вышку. Как тут машинку взять? О, возьмем это говно. Неповоротливое. Надо было то говно взять. Ну ладно, в принципе, с другой стороны. По таким говнам... Только на таком говне ездить. Я уж дико извиняюсь за это говно, которое я говорю, но
Что поделаешь? Если правда она такова. Тут заброшенная станция сети ОС. Питание есть. Видимо, Рэй шаманов через нее. Так, хорошо. Ладно. Но надо сначала разобраться. Как нам туда попасть? Дайте хотя бы одну камеру. Смотри, же написано, что уже... Grounds are monitored. Оу. Вот она камера. А вот и камера. Так. Крыли. Нормально. Проходим, не стесняемся. Активируйте терминал, чтобы получить данные. О, я помню, здесь, блин, какой-то гемор надо было делать, блин. Там, короче, нужно куда-то забраться. Да-да-да. Ой, да-да-да-да. Так. Я помню, там будет миссия вообще геморная. Ай, там долго будем маяться. Так, вот. Я вижу тут какие-то... Тоже... Ворота. Но туда мы посмотрим камеркой. Так. Так. Тихо. Башка не поворачивается настолько. Так, нельзя. Ну-ка, 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 ну-ка. О! Готово. Идем дальше. Так. Что у нас тут? А куда нам? Нам сюда. Так. Ну, наверное. Сейчас еще раз повернем антенночку. Да. То, что надо. Но куда это меня вывело? А это вывело? А не вывело еще. А, мне теперь на низ. И теперь туда. Ну, серьезно? Вы не шутите, ребят. 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 Я хочу вон туда. Так. Так. Нафиг. Как говорится. Так, а куда? Куда-то вон туда там. Так, подожди. Так я не понял. Честно признаюсь, непонятно, как сижу. На мотоцикле мы же никуда не уедем. Не, погоди, что это за бред такой? Там идет. Я причем вижу, что оно во куда-то туда. Да куда ж под землей? Как мне туда пробраться? Ну что, блин, шутники? Великие, что ли? Что я там могу сделать-то? Ни камер, ничего вообще нету. Ну хотя написано, что контролируется. Стоп, 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 где камеры? Боже, она, ё-моё, ну. Так. Так. Одну открыли. Теперь второе надо как-то открыть. Блин, оно же там... Где-то...
А как мне туда попасть? Да что за хрень такая, не пойму. Так, подожди. А открыли там вот эту вот штуку, так... Может еще какой-то вход такой есть? Да мне не видно что-то. Как мне попасть? Не, по идее должен быть еще один такой вход. Ну что, мне зря... А где мне взять еще один такой ход, а? Господа? А вон он. Так. Ах, вон он. Так, и как нам туда пробраться? Опять по этим. Я все понял. Я все понял. Нам надо тогда опять пройти там сверху. Так. Антенка, давай, двигайся. Не, ну накрутили, наколбасили, конечно, вообще-то. Даже не поймешь с первого раза, что делать вообще надо. На. Так. Антенка, ну-ка, давай. Давай, родимая. Уже на тебя через камеру смотреть надо. Давай. Я ж тебя видел. Ладно. Будем через камеру тогда. Ничего не поделаешь. Поворачивай. Так. И теперь отворачивай. Вот туда нам. Немножко... Сейчас. Так, но зато... Где-то вход вот этот здесь, да? Ой-ой. Я что-то не пойму. Не, ну он по идее там, да? Так, подожди. Подожди, 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 подожди. Хрена лысого. Мне же... Ты тут... А что мне этот подъемник? Блин, мне на этот подъемник надо было, дятел. Ой, дюйм, ой, дюйм. Ой, дурак, ой, дурак. Конечно, этот подъемник. Давайте опять быстренько. Нужно быстро-быстро пробраться здесь. Давай, 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 спортсмен. Пан спортсмен, давай, самый что ни на есть настоящий. Так, камерку. Камерку. Антенку. Сейчас перевезут. Так, еще раз антенку. Сейчас опять перевезут. О! Блин, не, ну дятел, конечно. Два раза зафейлил, а? Ну бывает же такое. Ну бывает, ну что поделаешь. Зато я нашел, куда пройти надо. Это вам не хухры-мухры. Так, что-то там взорвать можно. Кстати, там пройти можно, да? Ну, главное, что прикол, что можно было пройти, а фиг бы залез вообще все равно. Ладно. Это перехваченный звуковой файл. Меня какая-то из блюма. Не, подожди. Такая. Подожди, 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 подожди. Так вот же эти ворота. И вот то, что мне там надо взломать. Кануш не здесь. А, yes. Что еще происходит? Все нормально?
Ну ладно. Ладно. Пробрались мы сюда теперь. Так, теперь нам надо вниз. Блин, трунзе, здесь катакомбы такие. Давай уже. Катакомбы такие понаделали. Ну это не хухры-мухры, блин. Ну как будто не вышка к CTOS, а какая-то цитадель, блин. Ну шо? Город наш, как говорится. Пинганет, она. Какие-то стариканы, блин, пинг. Бар с этими, с Блэкджеком и шлюхами. Браза. Владелец Джеди Дайс Бар, лучшей забегаловки в Поуни. Ну что же, надеюсь, Кинни еще трезвый. Да не, вообще пьянчушка. Так, ну ладно, я думаю, на этом мы пока прекратим эту серию. Покищем этого Кинни в следующий. Вот, надеюсь, понравилось. С вами был Юра. Всего вам доброго, самого наилучшего. Пока-пока.